When I signed my deal, I felt pressure. Don't wanna see the numbers, I wanna see heaven. You say, could you write a song for me? I say, I'm sorry, I won't do that happily. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. So sing with me, can't you see? I don't have. Вольная борьба. Для Хасавюрта данный вид спорта всегда есть и будет основой, самым главным спортивным направлением. То количество олимпийских чемпионов, призеров и победителей Кубков мира и Европы нет ни в одном другом городе нашей планеты. Самые главные турниры международного уровня в основном проходят именно в нашем городе и на высшем уровне. Сегодня тренировочные залы проводят подготовку на предстоящее первенство республики. Во дворце спорта имени Гамида Гамидова функционируют две школы. Это школа Мавлида Батырова и школа Шамиля Маханова. Ну, я надеюсь, в этом году у нас будут очень такие неплохие ребята, очень хорошие результаты. Сейчас вот 16 числа ожидается первенство Дагестана среди юниоров. Но есть надежда, будем надеяться на чемпионов. Каждый турнир – это очередная победа хасавюртовских вольников. Огромная работа проводится директором Дворца спорта имени Гамида Гамидова и Манпашою Махановым, руководителями двух спортивных школ, которые в нем функционируют, с Сайпудином Алиасхабовым и Абакаром Абакаровым, и, конечно же, наставниками борцов вольного стиля. В Гамидовской школе работают две специализированные детские и юношеские спортивные школы. Это давно известная с большим именем Уманханова школа и свежая школа – это Батырова школа. У нас начинается первенство Дагестана среди молодежи в 95-98 годах рождения.
Здесь будут участвовать все те спортсмены, которые прошли зональные соревнования. Первая тройка. Победители первенства Дагестана переходят, сразу идут бороться на север, с СКФО будут бороться. Ну, это где-то в феврале месяце. В этом же месяце, 29 числа, будет тоже проходить первенство Дагестана среди юношей, старших юношей. На них тоже определились у нас участники, которые проходили в четверг этого месяца в Гамедовской нашей школе. Ну, буквально за сборную Хасавюрта скажу, ну, ребята будут бороться очень так подготовленно подошли, будут бороться обязательно за первые места, и надеемся, что они нас не подведут. Single parents hate your appearance. Did you struggle to find your place in this world? And the pain spawns all the anger on. But it wasn't until I put the pain in song, learned who to aim it on, that I made a spark. Started to spit hard as shit, learned how to harness it while the reins were off. And there was a lot of bizarre shit, but the crazy part was, soon as I stopped saying I gave up, all haters started to appreciate my art. And it just breaks my heart to look at all the pain I caused. But what am I gonna do when the rage is gone and the lights go out in that trailer park? And the ring that was closing, and there's nowhere else that I can go. It flows and I'm frozen, cause there's no more emotion for me to pull from. Just a bunch of playful songs that I make for fun. So to the break of dawn, here I go recycling the same old song. То есть тройка лучших со всего Дагестана. В этот список входит и воспитанник Дагира Алиева, восходящая спортивная звезда, как отмечают наставники, Хасан Хусейн Бадрудинов. В минувшем году спортсмен выиграл чемпионат мира по молодежи, является двукратным победителем Дагестана и десятки побед на региональных турнирах. Турнир последний в Бразилии участвовали, по взрослым, Кубок Бразилии был. Уступал 57 килограмм, до финала было хорошо, но в финале уже перегорел, можно сказать. Очень тяжело пришлось американцам. Но несмотря на это, мы уже подходим к подготовку, новый сезон начинается. И уже будем бороться, начинать с Дагестана. Как буду бороться в 60, а так уже на Россию приблизился. Веса гонка и 55 килограмм. Дагестан здесь... Как вы проходите? Не знаешь, сколько приблизительно обычно бывает? Не, конечно, турнир очень хороший будет. Соперники тоже будут тяжелые, но несмотря надо будет работать. В прошлом году тоже очень тяжело было. Ну, придется, да, побольше поработать. Будем очень сильно готовиться, тренером вместе подсказывать, и выйдем на 60 килограмм. Бадрудин, у меня уже 4-й год. Он выиграл, да, так, по мелочам, если убрать, Россию выиграл он, СКФО, Россию, Дагестан. Дагестан он в прошлом году выиграл на 55 килограмм, хотя он должен был бороться 50 килограмм. Мы не хотели, чтобы он гонял вес, и запустили его на 55. 55 тоже нас удивил очень сильно, чемпионом стал Дагестана. Потом СКФО и Россию боролся 50, и на чемпионат мира тоже отборолся. В прошлом году у него 4 турнира было. И 4 турнира он везде стал первым местом. И на сегодняшний день я думаю, что он в хорошей форме. Но единственное, что тяжело будет, там 2 килограмма допуска и 57 килограмм. Это 59 килограмм он бороться должен. Мы решили тоже его взять, чтобы проверить, как на ближайший, вот следующий год, уже Россия, все остальное, у нас идет уже переход веса. И ребята, чтобы боролись и почувствовали себя. I have no money on my mind. No money on my mind. No money on my mind. No, I have no money on my mind. When the sinner said, don't you fret. No, I have no money on my mind.
No money on my mind, no money on my mind. No, I have no money on my mind, just love. Первенство Дагестана по молодежи пройдет 17 и 18 января в спортивном комплексе имени Гамида Гамидова. Турнир традиционно собирает около 200 борцов вольного стиля. Профессионалов – лучших. Каждая спортивная школа, соответственно, усиленно к нему готовится. Далее СКФО, чемпионат России, а также подготовка к Ярыгинскому турниру. Down, baby.